Всем привет! Сегодня расскажу о глюке Premiere Pro, который меня преследует уже достаточно продолжительное время. Он связан именно с импортом фотографий в Premiere Pro. То есть, например, вот у меня есть видео про JPEG Fujifilm, который я недавно выпустил на канал. И здесь я ставил вот такие примеры JPEG-шки. И дело в том, что здесь точка черного и точка белого не соответствуют реальным фотографиям. То есть, вот сейчас мы рассмотрим пример. Вот у меня здесь папка, я импортировал сюда фотографии. Есть полноразмер, то есть вот здесь написано DCF, там тарарали. Это просто JPEG из камеры Fujifilm, вот он просто импортнут. Веб тот же самый, это просто сжатый для соцсетей 2200 по длинной стороне. И есть третий файл, это та же фотка, только она была загружена в ВК, а потом скачана оттуда. И еще такой же пример, только уже на фотографии с моим лицом. То есть опять полноразмер, веб и скачанное из ВК. И смотрите, какая ситуация происходит. То есть когда мы их сюда залили и хотим кинуть их на таймлайн, то есть у нас настройки последовательности, все выставлено, да, там настройки проекта. Я это пробовал менять, и это нифига ничего не работает. То есть ничего не помогает. В общем, смотрите, то есть вот полноразмер. Вот я сейчас таймлайн поменьше сделаю, полноразмер, сжатый и скачанный из ВК. То есть точка черная и точка белого у них капитально отличаются. Я сейчас вот так сделаю, покажу вам. То есть вот насколько отличается точка черного и точка белого. Это еще не так заметно в этом кадре, а вот в данном кадре, где мое лицо, это офигительно заметно. То есть вот смотрите. И это реально не очень приятная ситуация, не очень удобная. При этом фотки я всегда делаю в основном Photoshop, реже в Lightroom, но конечной программой всегда выступает Photoshop. То есть в нем я сжимаю фотографии именно до веб и так далее. У меня тут куча экшенов записано. И вот в Photoshop эти фотки, вот это скачанное из ВК, они, вот это сжатое, они выглядят абсолютно одинаково. То есть никакой разницы вообще нет. Абсолютно все одинаково. И эти фотки тоже выглядят абсолютно одинаково. Как бы делаю все как обычно. То есть в чем проблема? Непонятно. В примере есть такие фишки, которые называются управление цветом дисплея. Если мы их включим, то у нас нормальная фотка становится еще более контрастной. А обычная фотка... Короче, он что-то вообще непонятно делает. Но при этом у нас искажается видео. То есть оно становится вообще каким-то нереально контрастным. Зачем эта фишка нужна, я, честно говоря, вообще не понимаю. Я гуглил много информации по этому поводу и в основном натыкался на то, что проблемы испытывают пользователи Mac. И даже выпустили, короче, пример какой-то LUT, который называется QT Gamma Compensation. Вот он. Но он проблему не решает. То есть, я думаю, видно прекрасно, что... Ну, что-то он делает похожее, но все равно корявит. И, короче, информации толком не нарыв по этому вопросу, а это реально выбешивающая фигня, потому что вот я, например, хочу фотки закрепить свои, да, и, блин, ну, вот это стрём, то есть надо каждый раз подводить их. Я написал своему другу и товарищу Сане. Саня, привет тебе и огромнейшее спасибо еще раз. Саня конкретно шарит в колористике, хоть и не признает это, но... Чувак, он толковый. И он мне сделал лут. То есть я ему скинул два кадра. Просто сделал вот отсюда экспорт кадра. Вот такого кадра и такого кадра. И Саня в DaVinci мне сделал лут. То есть он назвал его Blacks Balance Fix. И сказал, что там не соответствует отображение точки черного и точки белого. И, о чудо, все у нас работает. То есть кадры теперь идентичны. Там, возможно, небольшое расхождение, как он сказал, но, честно говоря, я ничего такого криминального здесь не вижу, даже если на 100% мы увеличим и посмотрим оба кадра, то разницы я вообще не вижу. И эта штука работает у нас для всех наших кадров, для абсолютно любых. То есть все, теперь можно без проблем закидывать фотки. Если у кого-то была такая проблема, я не знаю, может она только у меня, но у меня, по крайней мере, во всех версиях Premiere и во всех версиях, то есть и на стационаре, и на ноутбуке, то есть на карте, на стационаре у меня 1050,
На ноутбуке у меня 1070 Ti. На стационаре Windows 7, здесь Windows 10 на ноуте. И там у меня эта проблема присутствует. То есть и вот этот лут, который сделал Саня, он эту проблему решает. И теперь я могу смело... Раньше мне приходилось, чтобы добавить фотки, мне приходилось их заливать в ВК, оттуда качать и только потом добавлять. А сейчас я могу сразу их заливать, сразу прикреплять их к видео и никаких проблем не испытывать. Давайте скажем огромное спасибо Сане. То есть если у кого такая проблема есть, можете подписаться на его канал, ссылочка сейчас в углу всплывет. Вот. Об лута, если кому-то нужен вот этот QT Gamma Compensation, то есть если он кому-то нужен, если кто-то на Маке сидит, например, и в примере работает, и лут от Саши, то есть Black's Balance Fix, они будут внизу в описании на моем облаке, сможете их скачать. Ну а если ролик был вам полезен, ставьте лайки, пишите комментарии, не забывайте подписываться на канал. Увидимся.